Сейчас капаем кнопочку. Затем будем капать Перри. Девочку назвали Перри. Да? Красавица? Пусть будет девочка у нас красавица. Кто-то из наших подписчиков попросил, и мы имя оставили. Дай Бог, чтобы все у нас наладилось. Ребята, каждый наш ролик – это наше обращение к вам за помощью. Мы показываем вам, что мы делаем. А вы решаете, готовы, хотите ли вы нам помочь. Спасибо, люди. Спасибо за то, что вы рядом. Ну что, ребенок? Перри. Перри, Перри. Да, ты красивая? Ты восточная красавица у меня? Давай, выздоравливайся. А то я говорю, у нас нам вместо бровок запятые две, да? Эй, ты солнышко мое. Ну, девочки, рвота у нас не прекращается, ребята. Очень тяжело. У малышки пока еще рвота. А у этой жажда. Вот это самый тяжелый период, когда собака стоит над водой. Это самый тяжелый период. Ничего, ребята, надеюсь, все у нас будет хорошо. Дай Бог. Кнопа, кнопочка. Кнопа? Нет, ребенку сильно плохо. Сейчас докапаем, перевязочки сделаем. Ребята, каждый наш ролик, извините, что поправляюсь, но это наше обращение к вам за помощью. Нам очень нужна ваша поддержка, помощь. Нужны пеленки, ребят, нужны лекарства. Нам не хватает их. Очень-очень не хватает. Я прошу вас, друзья. Я прошу вас. Пожалуйста, помогите приюту. Отзовитесь. Всем сердцем, всей душой прошу, ребята, пожалуйста, люди миленькие, отзовитесь. Ваша небольшая помощь по 100 рублей – это тоже помощь, и когда нас много, ее хватает. Я прошу вас, будьте милосердны. 100 рублей для приюта, не пожалеете. Ну вот и все, да, котик, давай. Все, лапку мы с тобой сейчас забинтуем. И все, ребята, капельницу закончили. Все. Наши мелкие легли спать. Дай Бог, чтобы они выздоравливали. Пусть во сне выздоравливают. Все, ребята. Сейчас начинаются у нас перевязки. Сначала Морис, потом Сильвик. Да? Потом Сильвика сейчас перевяжем. Вот. И Мориса. Да, малыш? Лапку тебе перевяжем, да. Все будет хорошо, ребята. Все будет у нас хорошо. Все мелкое дрыхнет. Да, лапку сейчас перевяжем. Все. Ну, все, ребята. Останутся у нас только три перевязки. Три крупных кобелька. С малышами мы закончили. На утро. А вечером в 9 вечера начнется по новой все. Да, по новой капать будем всех троих. Господи, помоги. Да ты моя красота. Друзья, я очень прошу вас о помощи. Пожалуйста. Всем сердцем прошу. Пожалуйста. Не пожалейте 100 рублей для приюта. Ребята, пожалуйста, помогите нам их спасти. Вы представьте, как им плохо. А в наших силах им это облегчить. Прошу вас, люди, пожалуйста. Сегодня небольшой отчет о том, как и прошли наши ближайшие 3 дня. И они у нас продолжаются. Ребята, этот ролик показывает о том, как проходит работа в приюте. И насколько неожиданно и тяжело бывает просто даже заходить. А потом хватаешься и начинаешь помогать. Ребята, это действительно очень трудно, морально трудно. Я не говорю, что физически. Физически, конечно, выматывает, потому что постоянно что-то перекладываешь, перевязываешь, не перепутать бы лекарства, все осторожненько. Каких-то лекарств не хватает, начинаешь нервничать, бежишь за этим лекарством и начинаешь просить вас, помогите, друзья, помогите, потому что лекарств не хватает. Перед вами, друзья, 3 дня из жизни лохматой души. Я просто показываю вам наши будни.
какими они бывают. Это не каждый день, но иногда неделя, две бывают настолько тяжелыми, что просто падаешь. Ребята, по-настоящему падаешь. Доползаешь до кровати, какие сны, уже ничего не снится. Только бы доползти, только бы упасть и только бы не сдохнуть ночью. Честно вам говорю, временами бывает настолько тяжело, и пожаловаться некому. Поэтому, мои хорошие, жалуюсь вам и о помощи прошу вас. Вечером упала кроша, кнопочка. Вчера сделали прививки утром, и она сразу свалилась. Ребята, дело, по-моему, не в собаках. Дело что-то в прививках. Я не доверяю им уже сейчас очень сильно, потому что, ребята, обратите внимание, сколько животных падает. Не потому, что мы неправильно делаем. Мы выполняем все, что они говорят. Глистуем, выдерживаем сроки. И тем не менее, животные падают сильно, просто потоком. Ну, не может быть, чтобы у них у всех не было иммунной системы. Веселые, хорошие, бегают. Как только укололи, 2-3 дня, неделя самая большая, и дети падают. Падают, мои хорошие.